Поликлиники Усть-Каменогорска полны очередей. Порой даже на прием к терапевту талончик удается получить не сразу. Елизавета Викторовна в больнице – частый клиент. Попасть на прием к специалисту узкого профиля для нее, как и для большинства больных, – проблема. Сейчас, по ее словам, стало гораздо хуже. Виной всему реформы в системе здравоохранения. Ради экономии бюджета поликлиники врачи не спешат выписывать направление на консультацию у смежников. Ведь вместе с бумажкой утекут и деньги. А сбережение выделенных государством средств – расчет на премию. Сейчас к узким специалистам можно попасть только через... Ну и раньше было направление терапевта. Но сейчас это терапевт решает. Или он сам может, допустим, разобраться с проблемой человека. И это, или отправляет это к узкому специалисту. Но это получается, что гораздо очень реже, чем раньше. Обновленная властями система здравоохранения пополнилась комплексным, подушевым нормативом. Иными словами, врач поликлиники, направляя своего пациента к профильному специалисту, знает, что государственные деньги на лечение гражданина попадут в нужные руки. Больной же, по мнению чиновников, будет рад получить консультацию без проволочек. Хотели как лучше, но получилось хуже прежнего. Ведь в дело вмешалась меркантильная людская экономия. В итоге в 3 раза увеличилось количество тяжело больных в стационарах. Возможно, перегибы, как всегда, когда начинается что-то новое, бывает. Но постоянное разъяснение и занятия с медицинскими работниками устраняет эти перегибы и дефекты. На сегодняшний день население имеет преимущество. Мы направляем уже конкретно по договору, в рамках договора, по определенным формам направления, диагностический центр. И они получают бесплатную услугу. Не нужно, допустим, стоять в очередях, знать, получит он или не получит бесплатную помощь. Подушевой норматив – не единственное ноу-хау в новой системе здравоохранения. В стационарах, например, идет оптимизация, сокращаются койко-места в палатах. Это тоже весьма нервирует несведущих казахстанцев. Впрочем, в комиссии по здравоохранению от Совета общественности считают, что толковые разъяснения нюансов системы успокоят население. У нас сегодня люди не знают, какие платные, какие бесплатные медицинские услуги. На этом фоне могут быть, безусловно, злоупотребления. Для этого необходимо обеспечить прозрачность бесплатного гарантированного объема медицинских услуг. Нужно опробовать и потом уже делать какие-то выводы. Как знать, может быть, данные нововведения пойдут на благо нашего населения. Однако люди, которых уже неоднократно обманывало государство, очень настороженно относятся к позитивным обещаниям властей и боятся, что вскоре бесплатная медицина останется лишь в их памяти.